Брать со мной забрали. У нас увезли. Надо было увезти на работу, а увезли. Не по той дороге, увезли в Шкейде нас. Я там тоже был, с братом я был. Ну, а так как я не попал по этому возраст, да, мне туда выпустили. Что там происходило? Нас забрали, и надо было саму выкопать яму, сколько бы, если 100 человек нас был в тюрьму, нас везли в тюрьму все. Ну, приблизительно 100, я уже не помню, сколько там человек было. И нам надо каждому себе копать яму. А когда мы выкопали, то Шкедел, а там стало темно, и возраст мне не подходит, нам везли обратно в тюрьму, а оттуда выпустили. Остальные остались там, их на следующий день расстреляли. А кто спрашивал о возрасте у вас? У них было регистрировано это. Это там никто не знал. Их было регистрировано, фамилия, имя, отчество, ну, возраст, сколько тебе, год рождения, вот так. Вам сколько было в это время лет? 45. Шестнадцать еще не было. А это, который был до 16.